Всем привет! Продолжаем цикл по пятой миссии. Это у нас миска Rouge Spy, восставший шпион, дроновая. Вот, очень вкусная. Тут получается цикл из серии из трех миссий. То есть это самая первая. Вот, самая вкусная, легкая. Погнали. Так, тут нужно топить вот к этой структуре, но чуть под углом, попозже будет ясно почему. Вот, пока топим до появления надписи «Лока» или надписи соответственно. И теперь топим вверх. Тут в районе вот этого облака небольшого. Резница непись. Неписи тут много, но убивать нужно только вот ту, что появляется здесь. И да, вот три батла изначально. Топим к ним. Нейтрик тоже резница, но чуть позже. И, соответственно, после появления нейтрика можно заходить логистом. Да, вот нейтрики появились. Заходим логистом. Ну и все. То есть этот респ еще два небольших убить, которые как раз в этом месте респятся. И миска на этом закончена. Can almost see it.
Так, ну и все, миссия выполнена. Галочка появилась. Очень быстро, вкусное. Продолжение, вот следующие два теста будут не такие быстрые. Ну, тоже норм. Платят за нее также максимально. То есть с скиллом в пятерку. Сколько ЛП. Что может не радовать. Вот. Спасибо всем за просмотр. Вам понравилось, ставьте лайки. Комментируйте, если какие-то вопросы, предложения и прочее. До новых встреч. Пока-пока.